Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень продолжительное время не делал каких-то масштабных, громких и красивых вступлений для своих роликов. Признаю, есть момент, да, нету вступлений, а с другой стороны, а о чем говорить? Ведь в каждом вступлении я просто рассказываю вам другими словами о том, что мы сегодня будем наказывать очередных дебилов, гидроцефалов, тюбиков и идиотов. В этом ролике все будет точно так же, как и в предыдущих. Также отлетят какие-то идиоты, но в первую очередь я бы хотел бы вам показать собранный мной материал, как я играю за какие-то рандомные профессии чисто в свое удовольствие. Ну, зашел типа по чилить. Учитывая то, чем я занимаюсь на Dark RP, я имею на это более чем полное право, потому что я иногда тоже хочу, ребята, отдохнуть. Иногда я это делаю на стримах, играя в другие игры, или же просматривая какие-то шоу на ютубе, или же смотря тиктоки, общаясь с вами. Или же создать свою планету чила и расслабона, поиграв за какую-нибудь профессию, просто откатав время с удовольствием. Но, к сожалению, Dark RP организмы добрались даже до моей любимой чил планеты. А теперь давайте о самом важным. В ролике будет фигурировать РП-игра, а также разборки с админами. А это значит, что вы можете подать свою заявку в администрацию на нашем сервере Беброград. От вас требуется не так уж и много. Знание правил, наигранное какое-то определенное время на серваке, а также приветствуется, но не обязателен опыт администрирования в принципе в Гаррис Моде. На минуточку, у нас сейчас за всю историю Беброграда самый балдежный админ состав, который только мог получиться. Сейчас, наверное, кто-нибудь скажет, что а вдруг у меня не получится, там же, наверное, надо досконально правила знать, чтобы просто на зубок отлетали у тебя. А вдруг у тебя получится? Не ссы, зайди по ссылке, попробуй подать заявку, напиши свои данные, с тобой свяжутся, пройдешь набор, молодец, приветствуем тебя в администрации. Не пройдешь? Ну, поиграй еще чуть-чуть, и, возможно, в следующий раз у тебя получится. На этом жизнь не заканчивается, поэтому дерзай, все ссылки и айпишники найдешь в описании. Погнали смотреть видос. Вы меня слышите? Кто-то там за дверью уже говорил. Что случилось? Я разговариваю с вами. Вот. Насчет этого человека могу зайти к вам домой побеседовать? Нет, не можете. Я запрещаю. Не даю разрешения. Еще надо добавить, чтобы третий раз, вот, я не разрешаю, чтобы я понял, да. Слушай, давай это, знаешь, что сейчас сделать? Принеси сюда этот гранатомет и два пулемета. Сейчас будем, получается, по-другому говорить. Сначала, получается, бахнем с гранатомета по ним. Дверь, думаю, не выдержит. Это нам и нужно. Пошли. Бля! Чё тут делаешь, братан? Я отойду? Да я просто тут сижу, жду кого. Кого? Моего друга, который выйдет. Ну, как друг, знакомый. Отошли все. А почему вы нам отошли? Мы не хотим дружить. А что ты сделаешь, если я не отойду? Давай, расскажи мне. Сули, скажи, что вы домогаетесь. Ну давай, как? Скажи, выйди и скажи. Выйди и скажи мне это, давай. Ты что, такой смелый, да? Чё такое? Чё, хочешь с нами в гости? Хочу в гости? Кому, мне говоришь про гости? А ты не хочешь отойти? Куда? Ну давай пойдем. Или получишь катаны? Не-не-не, я туда попасть не могу на крышу. Сань, можно идти? Ну так чё ты? Нельзя, мы тебе уже 100 раз сказали, нельзя. Дядь, чё такое? Чё за претензии? Тебе непонятно? Чё за претензии, говорю? Тебе непонятно, что не... Чё за претензии, говорю? Отошёл. Сюда выходи, дядь. Сюда, говорю, выходи, блядь. Отошел от тверди, отошел от тверди, отошел от тверди, отошел от блядь. Ага, блядь, к стене нахуй встал. Че за хуйня, кому ты угрожаешь? Никому не угрожал. Да, никому не угрожал. Катаной кому ты там угрожал? Нахуй ты мне лицензию даешь? Пожалуйста, у меня оружие, не страшно. К стене встань, блядь, спокойно, не дергайся. Не встал. Пиздец.
дернешься, дальше шокером. Ой. Ага. Куда ты? К стене нахуй встань спокойно. Ты что, не русский, что ли? Ступай, нафига ты... Я начала... Я потом вступлюсь. Ты тупой, нафига ты меня бьешь? Да-да-да, где было оскорбление? Кто еще спрашивал, ты тупой или нет? У тебя что-то... Сотрудник, можете, пожалуйста, помочь? У меня что-то реально наручники эти сейчас пропали. Вот только что заковал, последние были. Угроза жизни госсотруднику была. Вот. Попытка покушения его друга. Ну, и друга я нейтрализовал, все в порядке. Выдайте срок, пожалуйста. Сможете, да, сделать? Как повезло, что я вовремя маньяком стал. Спасибо огромное, спасибо. Все, теперь у меня нет пистолета нормального. Ну, блять, как тот ревик просто охуенно попался мне. Да, крафта у меня нету никакого. Просто вовремя я стал маньяком, самое время, да. Лучшая серия убийств 20. Здравствуйте. Добрый Вы день. Вы за коктейлем? Да нет, нет, не за коктейлем. Денег пока нету. Там нашего убивают. Хорошо, да. Сюда, 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 сюда. Давай, все хорошо. Да я не знаю, убежал. Все хорошо. Может, хуй его знает. Ну, блядь, за что? Да просто так. Эй, тут есть кто-нибудь, нет? Есть. А что такое произошло? Стой, стой, не стреляй. Что произошло-то? Я слышал выстрел, а потом улетел кто-то. Да, какой-то петух убить пытался какого-то... Чего в форме? Так, а тебя убили, твоих этих ребят, или нет? Да я один был. Так он к тебе пришел или к кому? Я не могу понять. О, привет. А можете выйти, пожалуйста? Это мой человек. Можете выйти, пожалуйста? Без проблем, я могу наверх подняться? Или там есть что-то, что мне видеть не нужно? Там ничего нету. Ну, дом давайте пустой. Успокоимся. Я только в дом заехал. Давайте успокоимся, уберем оружие. Можете выйти с моего дома, пожалуйста? И я просто через не, крышу можете спущусь. Выйти с моего дома. Там... Ладно, окей. Господи, нельзя. Боже мой. Блять, да как его снять, нахуй? О. Еще вопросик есть? Можете хлам выйти? Ненужный? Коробка там, может, я бы купил? Выйди раз. Пиздец, напали на полицейского, я в ахуе. Сойдите. Что? Да, пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне, ну, выйти. Дайте мне. Уберите пистолет, уберите. Да ушел бы просто взял, да и все. Тебя никто ничего не удерживает тут. Уберите, пожалуйста, пистолет. О, добрый день. Добрый день, постойте. Уйдите, пожалуйста. Постойте, постойте. О, здравствуйте. Здесь, похоже, место кражи было. Не-не-не, уйдите, пожалуйста. Можете оружие Почему? Убрать и просто спокойно на месте стать. Не могу. Пожалуйста, это просьба. Иначе я перейду к прямым приказам госсотрудника. Уберите оружие, пожалуйста. Зачем? Блять, как мне везет, что я с этим говном еще убиваю кого-то. А вот тут, ребята, я успел немножечко поиграть за профессию мэра. В одном из прошлых роликов моя жизнь за мэра была не такой уж и долгой. Стоило мне только прийти тогда в мэрию, так на меня уже напал какой-то наемник. Нет. Но нам нужен тот человек, нам нужен тот человек. А не то, что там у него в квартире. Зачем? Оскорбление госсотрудника. У меня нет ничего.
А чем я вас оскорбил? Вы меня тоже оскорбили вообще. У вас маленький ребенок где-то в доме кричит. У меня нету маленького ребенка. Это он на улице где-то кричит. Нет, нет, не на улице. Я слышу у вас из здания. Ребят, выбивайте ордер. В смысле? Ну, раз вам нечего скрывать, ладно, то можете сами открыть дверь, мы зайдем. Только меня не обыскивайте. Почему? Просто дом обыщите и уйдите. Открывайте дверь. Со мной кто-нибудь еще останьтесь. Лицом к стене. М4 флеш, дигл, куча всего у вас. Лицензии, как я понимаю, у вас нету, наверное. Нету. Нелегал. Все отлично. Сговорчивый слишком какой-то был. Пойдемте следующих искать. Обыск на нелегал. Лицом к стене встаньте, пожалуйста. Встаньте. Ничего не найдено. Идем. Че ты стреляешь? Че, ебанулся? Не. Долбоеб с 10 минутами онлайна. Хорошо, хоть могу челиков подлатать, восстановить. Дальше сами залечится. Проголосуйте, пожалуйста, за увольнение человека, он убил невиновного. Ха, гандон ебаный. На 60 лет улетел. Так, сейчас, привет, в данный момент, пока я не могу оружие выдавать. Дай мне быстро, ты же можешь мне ее дать. 15 тысяч. Секунду, вот, даже секунду. Сколько? 15. 15? А, ну-ка, иди сюда, ну иди. Капец. Это того стоит, брат. Вот так вот выглядит рабочее место главы города. Тут можно контролировать как раз-таки население, кто конкретно чем занимается, а также можно регулировать налоги и следить за сотрудниками, и в случае чего их оперативно увольнять без голосования. Но не забывайте, что для увольнения нужна уважительная и адекватная причина. Не хотите, как хотите, я закрываюсь на пристройку. Ну, давайте я еще раз попробую позвать. Встаньте вот здесь все у стены, чтобы мне проще было смотреть, кто пришел, кто не пришел. Я думаю, закрыть лучше будет. Okay. Так, сталкер, добродав, я зоблин. Выйдите, выйдите, выйдите. Что, собственно? Вышел отсюда. Выйди, выйди. Подчинение его все. Выйди. Разстаньте. Выйди. Здесь вам не курорт, калаш мне в зад. Это армия. Мэр, на лицензию. Вот он приходит и видит, как такого же, как он, челика гражданского пытаются выгнать отсюда, говорят, чтобы он вышел, и впоследствии ему тоже говорят, чтобы он вышел. Но ему похуй, ему просто рубиново поебать. Ему нужна лицензия, и его ничто не остановит. Технически он проникает на территорию, на которую проход обычному гражданскому в обычное время без каких-либо предпосылок, ну, не рекомендован, грубо говоря, запрещен. Гражданин, вам... Да ты чё, выйди, выйди. Выйди. А чё сюда, выйди. А чё, выйди сюда нельзя отсюда заходить? Да. Нет, арестуйте, стойте, это арестуйте его, арестуйте. Ты, ты гений, ты что? Проникновение на охраняемую территорию во время совещания. Проникновение. А что, а где, а что написано? Двери открыты, ты, о, ты вас попросил, сюда не звали, выйдите отсюда. Слушай, двери открыты. Вам сказали. А, ну давай, выйдите. Допускаем выйдет, допускаем выйдет. Ты просто так не щадишь людей. Так, ладно, ребят, давайте-ка становитесь вот сюда к стене, сделаем как раз таки перекличку небольшую. Кто пришел, кто нет. Я сейчас уволю. К стене встань. И ты тоже. Правда, мэр? Мэр. Я отходил покушать. Да, я помню. Сейчас, сейчас спущу. Все, спасибо. Ну и дверь тоже можешь к себе.
Так, у вас в итоге пятеро. Военком, сталкер, добродав, Язоглин, не человек. Остальные. Да, сэр. И Стропони тут тоже нету. И начальника полиции сейчас не будет. Итак, ребят, следующие минут 10, наверное, а может и больше, у меня задача такая, чтобы вы проверили город на нелегал. Я думаю, троих человек будет вполне достаточно, чтобы пойти попроверять город, и двоих, чтобы они остались здесь в мэрии. Один в кабинете, другой снаружи, в общем зале. Хорошо? Решите между собой, кто чем будет заниматься. Я думаю, я буду в городе. Давайте на первый, второй рассчитайся. Ну давайте, чё вы там стоите? Давайте. В общем, пока что решайте, ребят. Пока что решайте. Чё все заткнулись? Ну, давайте на первый, второй рассчитайся. Давайте, раз, два, я пойду. Задержите человека, пожалуйста. Куда? За что меня? Проникновение повторное на закрытую территорию. Ага. Хорошо. В общем, сюда зайдите еще раз. Решили, кто чем будет заниматься? Может быть, тогда два КГБ останутся здесь в маскировке под видом обычных граждан, которые типа хотят в очередь на лицензию. Мэр вообще неадекват, его надо увольнять отсюда. Арестовать. Ну, долбоёб. А за что ты уволил данного молодого человека? Его я уволил за то, что он не явился в мэрию по моему приказу, когда я говорил, что мне нужен весь полицейский СБГ состав для того, чтобы проинформировать их о чем-либо. Никто из... ну, точнее, все явились, кроме двух человек. Второго человека я уволю, когда пройдет КД. Вот, и его я уволил первым делом, потому что это шеф полиции, он должен был это все тоже проконтролировать, но его там не было. Я дал достаточно времени на это, но он не послушался. Тогда он сказал, он просто музыку отключал, сидел, типа, у себя там. А можешь посмотреть логи покупок шарманок? Кто покупал шарманки в последнее время, пожалуйста? Да, и потом человека... И потом человека тэпнуть. Ну, я там жалобу подал, но пока просто логи шарманок. Можешь почекать, кто купил? Купил Добродав, сколько? Это прямо время по МСК идет, он купил 6 минут. 5 ага. Назад. Так, да, у него номер П. Потом еще кто-то покупал из полицейских. Ой, ребят, пару секунд, сейчас мы закончим с той жалобой. Можешь меня пока вернуть? За шарманку за полицейского? Ну да, шарманку за полицейского начал покупать, ставить песни типа «Мусорабля, пидорасы», когда я пытаюсь людей построить. Не, это, конечно, смешно было бы, но когда ты пытаешься более-менее спокойно поиграть, это не смешно. Это, ну, глупо как-то. Да нет, сама ситуация, типа, очень здорово играла. Так, хоть и доброта, он отключил. Ну все, можешь мне тогда тягать? Че я тут? Ладно, даже жалобу закрываю. Че, у тебя там жалобы, что-то такое, или что тебе? Да. Ты можешь меня вернуть? Сейчас туда... Ой, нет, подожди, тэпну. Сейчас я напишу админу, он меня уже просто принял ЖБ. Привет, у меня жалоба на то, что он приходит дважды, намеренно провоцирует полицию. Я делаю построение, он об этом прекрасно слышал. Вот, он постоянно бегает, кричит какой-то бред. Потом, когда первый раз ему спустили его проникновение на территорию мэрии, именно... закрытого вот этого вот кабинета именно мэра самого. Его заковали в наручники, потом ему дали уйти спокойно, а когда был сбор полицейских, он приходит снова, начинает опять провоцировать госсотрудников и меня, и быстро улетает, берет на Кунае, когда за ним как раз выходит один из сотрудников. Странновато, я не знаю, почему он так делает. Короче, получается, он приходит на погоню, чтобы за ним погнались, потом улетает, да? Да, он, грубо говоря, нарушает закон города.
Он знает то, что он его нарушает, ему об этом сказали уже, что он проникает на частную территорию, вот на государственную территорию, на которую обычному гражданскому вход просто так, он, ну, запрещен. Ладно, если там вызов мэра какой-то или же какая-то РП-ситуация, да, он может зайти туда. Но он берет просто так по приколу, приходит, что-то говорит, провоцирует этим и улетает быстро на Куная, чтобы его не успели поставить лицом к стене. Ну, в общем, решай сам. Был такой БТ-бланк. Подожди, я модельку ищу. А теперь смотри, смотри. Давай вспомним все твои нарушения. В чьи тайзер. Ты просто говоришь, что там бьешь меня тайзером. Со словами арестуйте его за проникновение на посаду на проникновение. Я не понял, что ты говоришь, ты мямлишь что-то. Смысл? Не перебивай меня. Я говорю, ты меня перебиваешь. Я тебя перебивал? Нет. Ладно. Ты модельку смотри, искал. Получается, не перебивай меня, я же не говорю. Смотри, получается, я ему... А нигде ничего не написано. Чего нету? Просто ничего не написано. Там, вы не арестуете его за проникновение на посаду на государственный суд. Хотя там открыто, все открыто. Еще посмотри его постройки. У него, по-моему, там нарушение... прохода. Ну смотри, у тебя получается провокация будет в любом случае. Постройки я проверю, насчет фритайзера. Насчет фритайзера ничего не понял. Я его ударил шокером, потому вот. Что он себя неадекватно ведет. Вот, он берет, забегает, потом только я выхожу, он берет, сразу же убегает. Я прошу полицейских его задержать и сам как бы этому способствую, потому что я знаю, что он будет убегать, потому что он это делал уже. И бью его тайзером, чтобы он не убегал. Он берет Куна и пытается улететь, когда давка начинается в маленькой такой комнатке отстроенной. Вот. И как бы, как без тайзера обойтись? Не расстреливать же его, это было бы фрикилом. А тайзер тут вполне себе подходит. Нелетальный урон. Не, давай вспомним остальное, те моменты, когда я заходил на частную... Что вспоминать еще? Я тебя попросил... Блять. Что, блядь? Я тебя просил, будучи мэром, когда ты тоже был каким-то госсотрудником, чтобы ты остался, я тебе дал приказ, чтобы ты остался у меня сидеть в мэрии, помогать охранять. Потому что я только стал мэром, уже прошла неприкосновенность, и вдруг кто придет. Ты сказал, нет, я не буду. Ну, блядь, не будешь, улетел с профессии. Ты обиделся на это, начал приходить какой-то хуйней заниматься. Начал приходить и заниматься хуйней, да. А вот почему я не занимался. Все, видишь. Смотри, давай вспомним. Подожди, давай вспомним те моменты. Я, получается, иду за лицензией. Вот так захожу на тебя, когда ты собираешь гостик. Говорю, мэр, дай мне лицензию, дай мне лицензию. И говоришь, арестуйте его за проникновение на государственную собственность. Ну, за государственную. И смысл какой? Ты пришел орать, когда все построились по запросу мэра. Пришел орать через открытое окошко. Че вы там все стоите? Что ты там просил? Даже если бы ты просил, я это все равно услышал, то, что ты там кричал. Че вы там стоите? Нахуй ты это приходишь, орешь полиции. Зачем? Не-не-не, посмотрим другие моменты, вспомним. Да что мне, блядь, вспоминать? Ты хуйней занимаешься, ты мешаешь мне нормально отыгрывать мэра. Помолчи, пожалуйста, я разговариваю. Да, разговариваешь. Ты, блядь, невнятно разговариваешь, вне зависимости от того, говорю ли я поперек или не говорю. Смотри, давай вспомним те моменты, когда я говорил, мэр, дай мне лицензию, ты там только гостик ставил. Жалобу, получается, на фритайзер, ты расскажи этот момент, а не вспомни, ты расскажи. Что он заходит на территорию кабинета мэра, который закрыт ФДшкой. Кто-то выбил двери, сами двери тараном. И он там бегает и начинает привлекать внимание. Все. Смотри, ты его попросил выйти, начал уходить, ты в проходе между ФД и дверьми его ударили, ты ударил тайзером, я так понял, да? Зачем ты его ударил тайзером в этот момент, когда он уже выходил? Я понимаю, что он туда забежал просто так, но зачем, если он уже выходил? Я сейчас гляну демку и отвечу. Я пересмотрел этот момент, он забежал, ему помимо меня говорили несколько человек выйти, он начал выбегать, и я принял решение его арестовать, потому что во время совещания я открыл двери, чтобы туда могли беспрепятственно зайти, также и КГБ.
которые не могут открыть ключами двери, им приходится выбивать. И чтобы вот это вот предотвратить, вот эти постоянные выбивания тараном, я двери и открыл. Этот же чел бегает у меня по кабинету, просит лицензию. Вот самое время для лицухи, когда вот полный просто кабинет госсотрудников, которые точно что-то там должны делать по работе. Ему похуй, он пришел лицензию взять. Да, вот ему нужна лицензия, он клал хуй на то, что происходит в данный момент в мэрии. Я же как мэр убираю людей, которые мешают совещанию. Кто-то там ставит шарманки с музыкой, кто-то еще какой-то хуйней занимается. Вот этот чел, который ливнул, шарманку поставил. Этот прибежал лицуху просить. Лицуху просят в окошке, которое вот это вот маленькое стеклянное, которое тоже у меня закрыто пропом. Не, я понял. Я у тебя хочу просто... Я просто хотел спросить, а ты ударил тайзером, когда он уже выходил оттуда? Ну и в этот же момент я сказал, что его нужно задержать, потому что он проник на государственную территорию. Кто его туда просил заходить? Он сейчас скажет, нигде не написано. А что, где-то что-то написано? Да, вот, и видишь, я уже как бы предугадал, что ты скажешь. Тебе обязательно что-то писать над дверью государственной, где сидит мэр, куда обычных граждан просто так не пускают, и которые вот, в которые, в двери, в которые просто так гражданский, не должен заходить. Тебе обязательно что-то писать, ты пятилетний, тебе нужно все на буквах объяснять, на пальцах, на палочках, да, вот этих, блядь, детсадовцев. Я маленький. Удаляй игру просто, не знаю. Иди чем-нибудь другим занимайся, там в песочнице куличики ебашь. Ну все, я тебе рассказал, как там было. Я демку глянул, все, рассуждай, думай. Ну, в принципе, как Ива говорил, то что тут надо законом как бы РФ же подходить, так что он, скорее всего, не будет фритайзер. Точно не будет фритайзер, потому что он как бы проник в кабинет мэра. Потому что он проник в кабинет Путина, если реально. Ты просто еще дополнительно подумай, сколько было возможности его вот прям в этой же мэрии расстрелять, сразу взять. И сколько раз ему давали поблажек, просто его шокали тайзером, и он убегал на Кунае. Все. Меня в конце концов бахнул наемник, а иначе в ДРКРП и быть не может. Решил я в итоге стать судьей и первым делом захотел обустроить свое место, где я буду проводить судебные заседания. Поскольку некоторые у нас клиенты бывают буйные на Боброграде, я решил отстроить небольшую клеточку, в которую будут помещать подсудимого, когда будет проводиться само заседание. Появился один интересный нюанс. Клеточка небольшая, отстроенная мной, считается, по правилам оказывается, за тюрьму. Даже вот никому не интересен аргументы довод в сторону того, что тюрьма на серваке существует в полицейском участке. Всем на это исправно по боку, потому что если ты что-то типа клетки отстроил, даже в РП целях, это считается тюрьмой. И вместо того, чтобы просто мне это сказать, вот лично, когда ты увидел, он берет, подает жалобу ради того, чтобы в конце сказать «Я прощаю тебя». О боже мой, какую же лютую херню сотворил. Вы представляете, я нарушил правила строительства, я отстроил тюрьму в суде. Далее какой-то один единственный, одинокий бомж на весь сервер решил устроить бунт, потому что мэрию, видите ли, мэр решил на какое-то время закрыть. Бунтаря было некому прогонять, и поэтому этим занялся я. У меня в арсенале не было никакого оружия, только одна катана, и этого достаточно было, чтобы включить у него правило фир-РП. Но он его решил не соблюдать, а просто начал дальше стоять и провоцировать, попутно накидывая этим же плакатом с бунтом по дверям мэрии. При дальнейшем просмотре наперед вам скажу, да, я возможно согласен, что бить челика мечом из-за того, что он бунтует, это слишком радикальная мера, которая в этом случае была не особо допустима. Но есть одно единственное но. Ему было рубиново похуй на то, что ему угрожали холодным оружием, стоя при этом к нему в упор. Мораль думайте сами, а теперь смотрим. В мэрию. Остановитесь, граждане. Секунду. А я? Почему? Потому что вы оскорбляете мэра. Прошу прощения, а можно мне, пожалуйста... Оскорбление госсотрудника карается заключением. Сука ебаная, это было оскорбление в сторону мэра. Бесплатные лицензии бомжам. Расскажи. Ну не надо, дядя, ну подумай. Бесплатные лицензии бомжам. Ну вам нормально, что у вас бунтуют в мэрии? Выйдите как отсюда, пожалуйста, со своим бунтом. Я четко заявил в новости, что мэрия закрыта. Выйдите отсюда. Я вот тут стою. И пусть у нас. Я вышел. Ну, по-быстрому. Мне нужно работать, я не могу, потому что лицензии нет.
стене встань. Причина. Причина, ты лупишь по дверям плакатом. К стене встань лицом и не двигайся. Доказательство. Оружие на него. Оружие на него наведи. Обыщи. Я считаю, надо суд над ним провести. Сейчас обыщу. Ну там целый арсенал. Неси его в суд. Неси его в суд. Я... А повод для обыска какой? Неси его в суд. Давай. На какую кнопку ты? Е зажать его надо. Не снимай наручники, что ты делаешь. Е зажать и там по воде. Найди конкретно то, что тебе нужно. Хотя ладно, я могу вот так сделать. Заявление подавайте, иск. Ладно. Можете также... Понятно. Тут закрыл, мэр закрыл дверь. Слезь. Я пока за ним присмотрю, закрой двери на ключ. Откройте двери здесь. Добрый вечер. Сегодня мы занимаемся нашим первым делом, поскольку суд только недавно открылся. А что конкретно произошло? Давайте так, выясним. Ну, в общем, я подходил к зданию мэрии. Вижу вот этого данного человека с плакатом. Мне приказывают его остановить. Но я его обыскал и нашел много нелегального вооружения. Лицензии я вроде точно не нашел. К вам вопрос такой, что конкретно из вооружения вы у него нашли? Повод для обыска какой? Поводом для обыска послужило то, что вы бьете по дверям мэрии, плакатом вы устраиваете бунт и пытаетесь раскачать ситуацию в городе. Вы неадекватно себя ведете и лупите по дверям мэрии. Это послужило достаточным поводом. Это превышение поводом. Собственных полномочий. Это не превышение собственных полномочий. Пожалуйста, не перебивайте, не говорите поперек суда. Вы бьете по дверям суда. Выражая своего недовольства. Бунт не является причиной для обыска. Хорошо, мы заканчиваем дело досрочно, поскольку ответчик не ведет себя адекватно. У него найдено нелегальное оружие. Лицензия есть у него или нет? Давайте так уже. При обыске я не Вы нашел. Нарушаете мои права. У вас нет прав в данный момент. Я требую наблюдателей и государственного адвоката. Ну, раз не найдено, то получается, хоть подсудимый малый глуп и не видал больших залуп, но все же он должен нести ответственность за свои действия и за оружие, которое он несет. Виновен. Некомпетентность. Исполняйте, пожалуйста. У меня самый гуманный суд. Ясно тебе, сука. Причину нелегал указываем, я так понимаю. Да, да, все верно. Как постановили в суде? Давайте быстрее. А мэр в суде может стоять. Нет, это, смотрите, это вот здесь зал суда, там зал туда. На вас жалоба. О, а по какой причине, что я сделал? А все доказательства уже предоставлены. Да, блядь, скажите, что я сделал, все доказательства предоставлены. Что я тут тогда делаю? Ну, ты смотри, за то, что я ударил по двери два раза, ты мне печень пробил. Начнем с этого. Еще что-то добавлять тебе? И все? Там еще пара. А то, что тебе вооруженный человек с холодным оружием подходит, говорит, уйти отсюда, ты вообще во внимание не берешь. Это все было. На это все посмотрели на демке. Я все требования выполнял. Меня попросили выйти из мэрии. Он покинул помещение. Я покинул. Вы мне сказали слезть с сетки. Я слезу. Сказали стать. Он лупит, блять, по дверям просто так. Зачем? Я бунтовал, потому что мэрия была закрыта. Я хотел, в принципе, собрать всю оппозицию из города, чтобы полномасштабный митинг провести. Ну так тебя арестовали. А просто так резать человека катанный нормально. Вы меня арестовали за нелегал, когда я пришел за бесплатными лицензиями, чтобы не выдали их за бесценки, грубо говоря. А, ну вот, лицензию не получил, дальше что? Ты лупишь по дверям, ну, да, ты пришел по-мирному получить лицензию, вместо этого ты решил устроить бунт. Нормально вообще? Я в перспективе мог получить лицензию, но основные претензии не в этом. Ладно, за нелегал арестовали все-таки заслуженно. Это уже 1,7. А у меня вопрос, почему вы позволяли себе оскорбительные выражения во время суда? Это
во-первых, проявление конкретной некомпетентности, а это уже вытекает в НРП. Как эти оскорбления? Мал, глуп и сука. Подобные выражения недопустимы для судьи. Сука, это уже было сказано после заседания. Когда все уже закончилось, тебе надо уже отбывать наказание и так далее. А обвиняемый мал и глуп... И почему Да. И не видал больших залуп. Ну, и ты что, видел почему, большие залупы? Ты хочешь что-то против этого сказать? Весь суд шел односторонне. То есть выслушивали только одну сторону. Потому что тебя попросили несколько раз не перебивать. Ты постоянно пишешь в чат и все. Также вы не рассмотрели мое заявление о ответном иске. Ну, в общем, администратор, я думаю, все видели. Так я ты можешь подать заявление, пойти туда. И только так я разберу его. Разбирать заявления, которые ты просто вот только сейчас захотел, чтобы их разобрали, они не разбираются. Человек пошел, подал заявление, я его взял. Они берутся во внимание. Во время суда они берутся во внимание. Вы же никакого времени не уделили для того, чтобы, скажем так, обработать мой запрос. Потому что ты себя вел неадекватно. Тебя просили не перебивать. Не перебивать во время того, когда говорит суд. Ты на это забил. Ты начал через говорилку писать там то, что ты туда-то правительству пожалуешься и так далее. Ну, пожаловался, молодец. Тебя перестали слушать, потому что ты неадекватный. Ввиду твоей неадекватности уже твои показания и какие-то оправдания, ну, не учитываются. Я вижу в этой всей ситуации 1,7 плюс 2,3 плюс 1,1. За пробив печени, как я 2,3 МГ. А за что у меня МГ и нон-РП за что? Вы там говорили нон-РП за то, что вы позволяли себе нелестные выражения во время суда. А метагеймит за то, что вы, соответственно, МГшили. Говорили про то, какие кнопки нажимать надо. Бля, чел только на сервер зашел. Сейчас... Как мне ему еще помогать, когда надо отыграть РП-процесс здесь сейчас? Ты что, издеваешься Лок. Войс чат разговаривает в таком формате. Я ему также отвечаю, в чем проблема. Я к тому человеку я претензий не имею абсолютно. Это новичок, и в целом он вел себя более адекватно, чем ты. Его я прощаю автоматически, а вот насчет тебя даже не думаю над прощением. Ну подождите, администратор, сейчас я насчет 1:1 уточню у куратора, если вы не уверены. Но это на всякий случай. Ебать, нормально даже новичку нельзя объяснить, куда жать, чтобы человека взять в наручники. Хуеть можно. Для этого есть отдельный чат для нон-РП информации. Ну и как это кому помешало в тот момент, мне вот очень интересно. Думаю, не так сложно нажать два раза тап. Бля, пиздец, откройте форточку, ребята. Зачем форточку открывать? Ну что, вы два душных, блять, вот и все. Доебались до того, что я челу помог, как именно конкретно брать человека в наручниках, который... Чем вы не душные после этого? Я еще раз повторяю, для этого есть нон-РП чат. Ну да, для тебя есть форточка, раз ты эту хуйню разбираешь. Я просто в аху. Я демку посмотрел, ему человек с оружием в руках сказал выйти отсюда. И как минимум, вот эта просьба не подразумевает то, что нужно стоять и лупить плакатом по дверям. Это нормально, по-твоему, нет? Когда тебе чел вооруженный просто говорит то, что уйди отсюда, выйди. Ау, админ. Ау. Что, простите? Я демку, говорю, посмотрел. Ему сказано было после того, как он проспамил 2-3 раза бесплатные лицензии бомжам. Потом он обронил по ошибке среди нас сообщение о том, то, что нужно оппозиции всей собраться. А что я представляю об этой оппозиции? Что это за люди? Я их не знаю. Я не знаю, что у них на уме. Поэтому мне надо быть во всеоружии. Чё это за хуй? Я ему сказал выйти отсюда. Разве не понятно, когда тебе чел вооруженный говорит выйти отсюда, то, ну, как бы нужно просто вот свалить. Он выполнял все приказы. Ага, выполнял все приказы. То есть мне надо было еще ему персонально давать приказ не бить по дверям мэрии, да? Он покинул мэрию. Блять, он возле мэрии стоит и лупит по дверям. Ты слышишь вообще, о чем я тебе говорю, нет? Сейчас, подождите. Насчет того, что я лупил по дверям... Он устраивал бунт. А насчет того, что я лупил по дверям, ну, меня выгнали из мэрии, а я бунтовал. Что ему мешает бить по дверям? А что я мешает мне пресечь таким образом бунт, который человек вот делает так? Что мне мешает это сделать? Вы представьте, сделать? Вот сейчас в Париже, вот я пример этот приводил уже перед администратором, в Париже сейчас идут массовые митинги, сжигают целые здания. Это не причина бить человека катаной. Хорошо, ты в Париже живешь? Не защищается от них, не защищается, подождите, не защищается от них, а берет катану и пробивает им всем животы.
ты в Париже живешь? А, мы живем сейчас в России, мы сейчас в России живем. Мы живем в абсолютно выдуманном сервере Биброград. Ага. А ты в Париже живешь, что ты в пример Париж приводишь? Я вам пример привожу, забастовки, это идеально. Нахуй пример. Мне пример из Парижа, если я там не живу, я не знаю, как там митинги проводятся и так далее. То есть получается в России, вот когда за этого Овального выходили, почему им не пробивали всем катанами животы? Значит, потому что это неправильно. Их пиздили палками и дубинками, блять, и сажали на несколько лет за то, что они кинули. Не рассказывай мне хуйню. Ты Россию в пример не приводи, зная, что тут можно сделать... Пацаны, мем отменяется. И тебе за это потом ничего не будет. А если ты кинешь... Тебя нахуй засадят на 5 лет, блядь. Хуйню несешь. А, начнем с того, то, что это те, кто попадается под горячую руку, а во-вторых, по закону, если судить по формальности, то им выписывается административка. Ладно, я возвращаюсь обратно в ВК. Ага. Сейчас я скину ответ. Ага, слышишь? А у меня вопрос такой. Вот смотри, давай тогда спроецируем случай из реальной жизни вот на эту ситуацию. Полицейский тоже, к примеру, ехал по своим делам, по неосторожности сбил человека, вместо того, чтобы спасти его, он его ёбнул еще ножом. Вот и все. А, и кстати, там я не знаю, что за бочин он говорит, у него дамаг по ноге прошел. Грубо говоря, я его царапнул буквально на писюрик там, чуть-чуть. И он вполне себе спокойно мог подумать о том, как бы слинять отсюда, чтобы не получить пиздюлей еще больше за непослушание или же срок за неподчинение. Так что, что-то там... Про бочину, ты говоришь, я не понимаю, почему ты до сих пор кровью не истек там. И не умер, блядь. И не скрутился калачиком. А ходил себе спокойно, там рассказывал о том, какие все подкупные. Чё за хуйню ты несешь? Бочину ему, блядь, пробили. Ну, отыграл бы, как у тебя кровь хлещет, блядь, из бока. Попросил бы вызвать врачей. Те бы тебя подлатали, у тебя было бы какое-нибудь, не знаю, основание для того, чтобы иск подавать. А иск твой создан на коленке в суде, блядь, когда тебя типа перестали слушать, потому что суд несправедливый. Ты всех, блядь, берешь, перебиваешь. Тебя попросили 2 раза не перебивать. После этого я решил уже тебя вообще не учитывать, как человека, который может что-то конструктивное сказать. Админ, ты тут? Нет? А, админ. Ну вот, и что ты думаешь по этому поводу? Или я просто так воздух распинаюсь? Он то здесь, он большую часть вообще не в игре сейчас проводит, не с нами. Смысл от этой жалобы, если то, что я говорю, никто не слышит. А смысла тут, ребята, нет абсолютно никакого, потому что админу было всю жалобу абсолютно похуй на то, что говорю я. Его интересовало то, что говорит челик, который подал жалобу, а тот, кого обвиняют, ему попросту не интересен. Грубо говоря, я нахожусь на жалобе с 2 объебанными в хлам обезьянами, которые просто не понимают, что происходит и что происходило в тот момент вообще, даже несмотря на то, что они посмотрели демку. Доебаться до того, что я во время РП отыгрыша объяснил челику, который недавно на серваке, как что делать во время игры за полицейского, как нам челика в наручниках брать и перетаскивать и так далее. Это... Ебать! Я преступление прям совершил, то, что объяснил челику в голосовой чат, не влог. Я с таким же успехом могу сказать то, что у него будет нон-РП, фер-РП и провокация. Провокация то, что он увидел челика вооруженного, который ему уже пригрозил оружием и выгнал его. Он не побоялся и берет его опять агрить тем, то, что лупит плакатом. А откуда же нон-РП? Да все просто. Я когда отстраивал зал суда, я же поставил вот эти сетчатые заборы, и каким образом он, завязанный в наручниках, залез туда и без подстраховки какой-то лазил там, как какой-то ебучий канатоходец. Он не боялся оттуда упасть. Ага, фер-РП получается. Ну, доебаться можно до чего угодно, но смысл в этом какой? А, смысл в том, чтобы потешить свое эго о том, какой ты пиздатый, а потом опять в конце жалобы сказать «я прощаю тебя». Да, эта жалоба окончилась именно так же. Админ — это просто ходячее воплощение долбоебизма. Он отыграл, внимание, 2 недели суммарно на серваке. Это примерно от 300 до 350 часов суммарного онлайна. То есть он заходил, накатывал какое-то время сессию, выходил и потом снова заходил через какое-то время. Таким образом, 300 плюс часов у него набралось. Так вот, к чему я. Имея такой онлайн, только обсаженный в хлам тюбик не поймет то, что эта жалоба просто попытка накрутить как можно больше наказаний за 1 секунду. А еще более обсаженный не будет слушать другую сторону и будет проводить жалобу только в одну из них. Он там нашел каких-то 3 нарушения правила, он метагейминг. Он сейчас у куратора узнает. Почему ты не ты у куратора узнаешь, если ты администратор, а не он? Почему модер, блядь, какой-то узнает у куратора? Насчет твоих нарушений.
А насчет его нарушений не хочешь поговорить? Насчет его нарушений не, ну мы пока... поговорим потом. А что мы сейчас тогда будем делать? Просто стоять тупить? Почему бы это сейчас не обсудить? Время только будем терять. На общем, данный момент мы разбираем ваши нарушения. В общем, администратор, по итогу у нас выходит метагейминг и free damage. Но на РП здесь нет, как бы с такими делами надо... Вот такие дела надо разрешать конкретно РП путем, то есть... дачи иска, либо же увольнением. Но я этого человека прощаю. А ты ж недавно не хотел вообще прощать меня, что такое? Ну смотри, я добрый, я халяль. Запомнили фразу, то что с моими претензиями мы разберемся чуть позже. Разобрался ли он? Нет, он съебался по фасту, как только жалоба закончилась, играть за РП профессию. Но я надеюсь, вы понимаете, как нормальная жалоба разбирается. То есть да, есть у кого-то претензии, тэпают обоих людей, спрашивают у одного человека, который подавал жалобу, а потом... Если у кого-то есть ответная претензия, ее тоже разбирают, смотрят демки, обсуждают это, и потом уже делают какой-то вердикт. Возможно, у кого-то одного только будет нарушение, а возможно, у обоих игроков. В этой же жалобе смешно, блять, все. От состава жалобы начиная и заканчивая тем, кто ее ведет. Да, дело в том, то, что ты говоришь, что мы вот разберем твои все вопросы, а в итоге ты по фасту ЖБ закрываешь и все. И ты вообще особо не хотел слушать, ты со мной толком не разговаривал нормально. Вот это сейчас мы обсуждаем ваши нарушения, что там еще было. Ты даже не хотел слушать то, что я говорю. Я тебе уже сказал даже кучу нюансов касаемо той ситуации, которую ты, наверное, прошляпил. Вот что я говорил насчет того чела, который бунтовал на... Ага, а почему ты ничего с этим не сделал? Почему? Вот мне интересно просто. Ты говоришь, мы вот разбираемся с твоими нарушениями. Ну вот разобрались дальше, чем мы не перешли к его нарушениям. Почему? Мы смотрели у него демонстрацию экрана. То есть со мной ты особо и не хотел говорить. Ты все время ему уделял. Ты просто... Там я нигде не видел, у него фир РП. Ага. Нигде не видел. А то, что он... Вот смотри, хорошо, давай, может, с тобой проконсультируемся? Ты же тоже админ, правда? Я модер. Ну, все равно ты администрируешь. Ну вот хорошо, чел приходит, будучи бомжом, с плакатом бунтовать. Ему подходит с катаной, вот так вот, другой человек. И говорит, чтобы он вышел отсюда и как бы угрожает катаной. Челик на бомже взъелся и начинает лупить по дверям мэрии. Нормально, по-твоему, нет? А если еще после этого чел с катаной подходит и просто один раз... хлопает по нему катаной, наносит ему 11 урона по левой ноге, что в принципе не является какой-то тяжелой раной. А после этого всю жалобу, тот, который опиздюлился, рассказывает о том, что ему там бочину пробили, то что вот им, его там чуть ли не избили до полусмерти. Хотя по факту там был урон только в ногу. Урон-то был в ногу, но я вот таким образом разгоняю митинг. Чел не понимает то, что нужно уйти отсюда, когда ему угрожают оружие. Почему-то на фир РП он не обратил внимания никакого. Вот мне интересно очень почему. Ну вот просто скажи почему. Может ты мне скажешь, или ты опять в ауте где-то. В демонстрации игрока я не видел у него фир РП. Блять, оно было перед тобой, ты нормально не смотришь демку. Челу угрожают оружием, грубо говоря, сказали съебаться отсюда. Он приходит, снова начинает делать и провоцировать это. Че, тут реально нет фир РП? Ладно, я ему дам последнюю подсказку. Вот этому Ливу. Я ему дам последнюю подсказку. Если это не фир РП, по-твоему, когда ему сказали уйти оттуда... Но он все равно продолжает это делать и привлекать к себе внимание. Что это тогда подбор? Последняя подсказка. Это провокация. Вот что ты сейчас думаешь? Есть у него фир РП, нету? Когда он бил по двери. Ага, а на что провокация? Давай, вот несколько вариантов. Давай вот сыграем. Бля, я тебе руку тяну, сука, сделай хоть что-нибудь, чтобы ты в говно просто не сел, пиздец. Ты в ауте был всю жалобу, дядь. Мне приходилось твое внимание время от времени привлекать, чтобы ты хоть чуть-чуть на меня его обратил. Кодекс хоть чуть-чуть читал, хотя бы то, что я указал в жалобе. Раздел 1, статья 1, третий пункт. А мне ты нихуя не помог. Что за хуйня? Что за хуйня, я должен спрашивать. Что ты за хуйню делаешь на жалобе, блядь? Ты в ауте был сейчас еще столько же, сколько был там же на жалобе. Пиздец, я 2 минуты назад у тебя спросил, читал то, что-то или нет. Ты через 2 минуты отвечаешь, читал. Вот что за хуйня, давай ты мне скажи. Что это за хуйня была? В данный момент мы занимаемся вашими нарушениями.
а его нарушения мы можем обсудить потом. И ты тут же, блядь, закрываешь жалобу и летишь играть в РП-профессии. Пиздец просто, классно устроился, я же говорю. Нахуй ты жалобу взял вообще разбирать, если ты вот таким образом ее разобрал в итоге? Ну, жалуйся уже высшей администрации. Да без проблем, блядь, мне бы только таблицу открыть, да, и все. Заебись, купил модерку сегодня. Бесит. Ребят, привет. Есть таблица модеров? Как так? Да. Есть, тебе скинуть? Да, да, скиньте, а то у меня только наборка. Вот сейчас понадобилось. Да, жопу схватили. Эй, давай, я тебе сейчас скину. Коя, а кому ты пиздуешь? Сейчас пару сек. А то у меня заливает что-то. Дождь. О, блядь. У меня сейчас спалилось. Ой, блядь. Я тебе ссылку была скинул, Артур. Че, тебе как там в Ростове? Нормально? Да, там заходили? В смысле, куда заходили? Да, я смотрю постоянно. Ну, эти вагнеровцы. А, да все ровно было. Они там стояли, люди там воду, еду носили, все нормально. Вот что за админ такой? Лив 3 Райза. Неделя общая, ну почти две недели онлайна, бля, это пиздец, это что за покемон? Он недавно на моды, по-моему. Так он донат бежит, что такого? Ну так онлайна у него сколько, вы прикидываете? Разве, ну, нельзя за две недели общего онлайна как-то правила хотя бы подучить? Ну это пиздец. Мне ж интересно стало, что такого сделал он. Хуйней на жалобе страдал. На меня чел подал жалобу за то, что я ему типа бок вспорол мечом, блять. Присек митинг. Можешь, Артур, просто мне написать, я его выдам ему. Как только пошел разговор о том, то, что уже на серваке вышка занимается его снятием, пошли оправдания. Да блин, я устал, я зашел сюда отдохнуть, только модерку купил. До этого ничего из этого я не слышал и не читал от него. До этого я задал ему один единственный последний вопрос. Зачем ты так вел себя на жалобе? Ну это не ко мне вопросы, пиши вышки по этому поводу, жалуйся им. Помню. Да я чекаю еще правила, потому что он вообще не вдупляет, что он делает. Так я что... просто единственное, ребят, от чего отталкиваюсь в данный момент, то что это не модер с, ну, сутки или чуть-чуть больше онлайн. Ну, это да, модер... Две недели онлайна на серваке, то есть он исправно накатал две недели онлайна на сервере гоняя. И он до сих пор, блядь, этих правил не знает. И он берет модерку. Так, я тебе скинул, Лень, айдишник и выговоры за нарушение. Короче, просто снятие нахуй. Да, получается, просто снятие нахуй. Сейчас. Да я сейчас перешлю тебя просто, Юрий. Он сегодня модерку купил. А, да, сегодня? Мне казалось, подожди, Рилс сегодня купил модерку? Без 15.6 он купил сегодня модерку. Сегодня купил и сегодня слетел, вот это я понимаю. Спидран по модерке. Перезайди на сервер, у тебя должна будет скинуться модерка. У него уже скинулась.